Гоп. Си, чек. Слишком длинная стойка. Раз. Опять вот когда левой рукой бьем, всегда почему-то она не центр не держит, не выдерживает центр. Раз. А здесь центр четко. Зачем-то через крест. Через крест не надо там ничего делать. Здесь такой момент. Здесь прям видно руку выгнутую. Рука должна быть прямо. По наружной траектории. Она не прямо. И ногу сгибает на втором ударе. Там нет сгибания ноги. Нету фиксации вообще. Сразу идет движение. И сразу же рука уже пошла отсюда. Она даже не зафиксироваться не успела. Уже пошла. Оп. Еще и вниз почему-то. Она должна быть на уровне груди. Раз, опять фиксации нету. И опять сразу движение пошло. Оп. Опять рука не успела зафиксироваться. Ударная. Причем опять удар ушел в сторону. И сразу же раз. И вниз взгляд. И сразу же здесь ни габурёсаги, ни тоже, ни фиксации, ничего. Сразу, оп. Внизу. Хотя, в принципе, линия плеч здесь. Все должно быть выше. Опять фиксация, нет кипчаги. Скорость. Пошел быстро просто делать и все. Санкальмаки то же самое. Локоть пропал. Рука в принципе нормальная. Нога чуть вперед. Здесь нога до конца не распрямляется. В принципе, одни и те же ошибки идут из туля в туль. Еще с фиксацией такая проблема. Здесь слишком далеко нога. Вот сюда нога идет. И сесть надо ниже. И здесь вот везде на пунде, а вот здесь нет на пунде. Дупальмук маки. На место вернулся. Молодец.